Идем на ресепшн тогда узнавать, да? Ну да. Прикол, блядь, приключения нахуй. Иди хотя бы футболку. Нам сказали, идите на Бланицу. Они такие, ну, блин, идите, конечно, на... Идите на Бланицу, я ничего сделать не могу. Вторая попытка. Открыть? Переедем на шестой. Блин, лифт нам угнали. Ну, капец. Мы, походу, еще и сушилку сейчас просрем. А как мы сушей будем? Придется, может... Не резервировать. На батареях или к Мари туда нести. Точно нет. Наверное, надо сушечку брать за 10 крон. Можно взять такую развесную, типа, доску. Вообще нужно бы потребовать, чтобы нам 3 сушечки дали. Возместили ущерб, да? 30 крон. Ты тут непонятно совсем, кто виноват. Типа, мы принесли в 9, да, мы все сделали правильно. Ну, пускай с отставанием слегка. Пускай слегка с отставанием 10 минут, блин. Ну, это наше дело. Ну, мы закинули до хрена миллион. Но это наше дело, как бы, да, потому что написано, что 15 минут оно может дольше стирать. Почему оно сейчас не открывает? Типа, оно хочет бабки или что? Да какие бабки? Ну, то скратко вообще. Ни цена его нам не сбива на щит, на рецепции. На Бланице, ты вола. Ну, йо. Як на ен тоже сме стратили пенізи, але такі сме стратили час, ти воле. А сітеть ми маме покуту, я не вім, ти воле, то є пшишерне вубець. Также теть се прелекнеме, а йдеме на Бланиці. Сакро. Итак, теперь как настоящий чех. Смотрите, это нужно. Подожди, что ты нажимаешь? Не закрыли тебе братские двери. Белые носочки, черная футболка. Футболка? Ой, синяя. Футболка? Худи. Что ты еще спортивный? А чем? Ничего, плохо? Нормально. Это на ресепшене думает, два дебила. Тем более, я уже там не был, и меня как дебила. Да, но он Назар сегодня был там по визе, короче. Говорил с этой женщиной, и у них не очень хорошие отношения сложились. Походу, да. Если она, конечно, там не поменяется, то это вообще будет смех. Да, поменялось, я уже видел сегодня. Мы когда по воду ходили, там уже другая история. Да, даже когда я вообще подходил, никого не видел, когда там мы ходили. Я почти всем пришел, где-то без 15:07. Они же в 7 часов меняются, в 7 утра, в 7 вечера. А, ну да, по смене. По 2 часа. Зато как свежо, блин. Да, чешский воздух. Погнали в лес? Правда, там погнали, на пробежку. Значит, нужен на ходов. Только там надо страшно гимпря будет. Короче, это пиздец, это такой смех. Я к ней прихожу. А у тебя есть? Нет, зачем? Кстати, айсик мой, да? Да. Кстати, айсик мой, да? Короче, я к ней прихожу, она говорит, беште, ко мне тать пшиде накаже на холка, блядь. Прикидываешь? Она говорит, я говорю, типа, а где я могу собрать это? Она говорит, за годину, блядь. Я им говорю, это уже пиздец поздно будет, у нас белье сгниет. Я говорю, она спрашивает, какая проблема? Я говорю, не открывается. Она говорит, держите кнопку выключения минуту. Потом она типа щелкнет и откроется. Я говорю, ну мы еще забронировали сушилку, но у нас уже вышло время из-за этого. Она говорит, я вам типа за бесплатно дам сушилку 2. Как я порешал? А как она это сейчас заржили? Ну у нее все по компьютам управляется. Думаешь, типа если я сейчас приложу, я думаю, она наебала. Просто сказала. Вернемся к ней тогда разбираться, кофты не будем тогда класть. Я тебе рякнул. Тыщ. Уже больше не держу. Блин, одна минута. Прочь! Я 3 минуты. Так она мусила цвакнуть. Не. Ты мусишь держать. Нужно держать, когда она включится или выключится. На то вот СМС не зашел. Слышал звук это такой? Не. Цвакнуть за именно, як уже вона є отверджена. То буде... Так когда еще на зачина прат? Вызвался, называется, держи, хоть уже и палец болит. По идее же должен был открыться. Такое интересное видео. Минуту держу стиралку, блин. Минуту смотрю, как он держит стиралку. Минуту снимаю. Это видео становится все интереснее и интереснее. Минуту снимаю как... Заимали. Чи? Ну... Интереснее.
Минуту снимаю, как держу стиралку. Здесь это вообще не эту кнопку, а вот ту надо держать. Типа старт? Да. Мне кажется, нет. А на какую тебе сказала? Какую-то кнопку, я уже и не знаю, хуй. Ну, уже прошло 2 минуты. P56, P57. Итак, минута 0.2, я уже снимаю, как держу кнопку. Наверное, старт надо держать, да? Давай попробуем. Давай старт держать, да? Давай открыть попробуем. Ну не цвакнуло. Ну нет щелчка. Нет. Значит, держим старт, да? Или стоп. Давай старт держать. Так, минута. Начинаем новое видео. Мы теперь держим старт. Дора опенинг! Я только аниме опенинги знаю, на самом деле. Что это за звук такой странный? По-моему, вода типа спускается. Я понял, в чем фишка. Там была вода. Помнишь, типа, fold? Это outfit fold. Ну что? Все можно. Да, мы это сделали! И что скажешь? В целом приятно. И пахнет вкусно. И порошка нет. Почти идеально, только, блядь, сушечку. Так, походу придется идти к этой тетке второй раз разбираться, потому что она нам сказала вторую сушилку. Ну здесь что-то, давай вывалим их нафиг, все. Да, бля, надо подождать человека, который... Не горячие, да? Ну, блядь, реально сухие, ты посмотри. Ну, очень приятно, заметь. Прям кайфово. Прибег на том на кончи. Про то же. Подожди, если нам він отправил, либо хотел, мы не можем запнуть сушечку. Коли там уже упрощил, якобы прищила нам охота. Рекнеме, ну, бігами тері ми бігом ніли, запнав ту сушечку, а теть Богу жел. Вона нам пише, що ми мусимо яко заплатити, але вже ми заплатили. От ти воле, не фунгує. То. Тепер у нас не работает сушилка. Вона сказала, сушилка буде, сушилки нет. Сушилка пишет insert coin. Поговорим сейчас. Ой, мы с Назаром два шараёба. Время, час. Уже час ночи, не 0.15. Час 15, ребят. И уже все общежитие спит. Мы выпираемся. Мы выбрали extra dry. И мы оказались полными лошарами. Потому что экстра, драй, экстра, это дополнительно называется. Это не супер быстро, типа экстра, это дополнительная сушка, нафиг. Нам уже все спят, уже богатый район спит. Ты понимаешь, какой размер у нас покуты должен был быть? Размер покуты? Ну... Да, типа, у нас на 10 часов вечера. Кстати, да, мы тут перестирали, пересушили. Мы-то по логике, типа, брали, мы брали, типа, по логике с 9 до 11, а у нас, по факту, ну, оно до 3 часов ночи будет, типа, сушить. Надеюсь, что там не закрыто. В общем, либо мы сейчас достанем. Ну, это, наверное, такая вся будет идея. Я слышу, что не закрыто. Лучше, я тоже слышу этот звук, как бьется кофта моя, наверное, эти железки. Ну свет и свет не выключили, ничего себе. Хотя бы я окошко открыл здесь, свежо теперь. Сейчас 35, я попробую. А, ну да, ты молодец. Сейчас 35, 1.16, смотри, 2.16, 2.40. Давай в 3 часа тогда ставим будильник, да. И придем наберем, да? Давай на 2.40 даже. Как же 2 години по 20 минут едет. А мы йдемо сконтролювати, здає наші прибувіші сухи. До низу, побіжі. Сухе? Затім то так не випаде. Mm-hmm. Сухе? Оправда? Mm-hmm. Не? Обисне. А я написано дан. Ну, йо. Воно є... I would not also recommend this fucking dryer. What is it? I don't know. Можна просто сухе як у неї. Чекай.
хули пищишь? Ну то скатка. Наше продлубуло уже уполне сухе нині. До конца бубец нині сухе, я би реку. Але ми не вибраного не мали, як усе брали і смело служили. Ну, я вам взяла у тачку. Так же я не вім, що ми теж будемо ділати за пожадами його. Дотичну сушечку механіцьку, а не боєм, так то дамо до батареї. На батареї.